Почему секс во сне настолько лучше реального? Потому что мужики кончают, когда тебе надо. Золотые слова, блин! Сперва я, потом он, факт! Я иногда думаю, как мы вообще выжили после всего, что вытворяли. У нее не свои волосы! В нашей культуре это нормально. Мы такие же крутые, как те тетки, что воспитали чудо-женщину. Мы вкалывали, как проклятые, и открыли собственный магазин. Мы на коне! Мы должны 493 тысячи. Какого? Мэл Пейдж и Мия Картер. Я Клэр Луна. Я хочу инвестировать в вас 1 700 000 долларов. Миллион нам не помешает. Но, как я успела понять, бизнес и дружбу лучше не смешивать. Не забивайте этим свою маленькую головку. Голова у меня не маленькая, просто сиськи здоровенные. Paramount Pictures представляет. Хочешь быть деловой женщиной, надо вести себя как босс. Увольте его. Что? Я ни при чем, это все Мэл, ее идея. Что? Ты же сама сказала. Эй, не мешайте мне трагически удаляться. Клэр Луна устраивает презентацию своего нового продукта. Она хочет украсть наши идеи. Навешаем этой козе люлей. У тебя там что, камни? В мире красоты. Деточки, вы мои. Не все играют красиво. Либо Клэр Луна к нам выйдет, либо я спрыгну. Она чокнутая, она спрыгнет. Не зря в планке стоял. Эй, Белоснежка, прости, если я шлепнусь прямо на тебя. Тиффани Хэддиш. Ты вернешь нам нашу компанию. Роуз Бирн. И Сальма Хайек. Я съездила ей по морде. Была бы я по девочкам, женилась бы на тебе. Как босс. Это очень острые перцы. Одного кусочка хватит с лихвой. Что ж так остро-то? Господи, как мне больно! Съешьте хлеб, полегчает. Ой, столько углеводов! Держи, это козье молоко. Оно обволакивает. Смотрите с 10 января.